обычного свитера зимой мало. Утепляться при помощи жилетки. С ней вам не страшен любой мороз. Как правильно выбрать жилетку, расскажем. В мире моды жилет стали воспринимать всерьез полвека назад. Тогда в тренде были народные мотивы и комфорт. Дизайнеры поняли, что при помощи жилета можно завершать популярный в то время многослойный образ. С виду это простой жилет, но мех норки и ручная выделка в Италии делают его баснословно дорогим. За этот жилет просят почти 100 тысяч рублей. В моде спортивный и деловой жилет. Но есть и общий тренд – цвета. Черный, серый и молочный. Яркие жилеты лучше подойдут для зимы. А если хотите выделиться, поищите модель с небольшим, но пестрым принтом. А сейчас подберем теплый жилет для разных типов фигур. Безупречный цвет, который будет сочетаться с абсолютно любой вещью в вашем гардеробе. Далее акценты этого изделия. Обратите внимание на карманы. Они плоские и при этом не увеличивают силуэт. Строчка отделочная, жилетка двубортная, которая вытягивает рост девушки. Особенно нужно учитывать девушкам маленького роста. Такие изделия вытягивают и стройнят. Она не увеличивает силуэт. Плоские карманы, которые также не увеличивают уровень ни бедер, ни талии. Фиксируется поясом, что также очень удобно. Можно носить в таком варианте, либо в расстегнутом. Скрытая фурнитура. Также немаловажный факт. Под низ вы можете одевать совершенно любое изделие. Какие жилеты вам не нужны? Рассмотрим антитренды. Цвет кипенно-белый не всем подходит. Он не очень практичный. Тона лучше выбирать более нейтральные. Это может быть бежевый, нежно-голубой. Далее смотрим на состав. Должен быть не 100% полиэстер, содержать хлопковую основу и быть более плотным. Иначе изделие на осень совершенно не подходит. Скорее, это на позднее лето. Если вы в размере плюс сайз, обратите внимание на удлиненные жилеты, которые с поясом. Данное изделие без пояса. И оно не дает силуэтности, не дает утонченности женщине. Фигура превращается в тип колонна. Хотя у женщины фигура песочные часы. Теплая жилетка – специфическая вещь, которую носят только зимой. Поэтому вам достаточно одной жилетки в гардеробе. Выбирайте модель, которая подойдет к большинству ваших вещей. Будьте стильными вместе с нами!